Здравствуйте, мои дорогие зрители, вы на канале Тани из Англии. Как встречаю какое-нибудь интересное сооружение, здание в Англии, конечно, сразу снимаю. Вот то ли замок это какой-то небольшой. Сейчас подойдем с вами поближе и посмотрим. Сейчас вот автобус проедет. Посмотрите, какой заодно здесь автобус будет. Он такой желтенький. А, наполовину желтый, наполовину зеленый. Ничего себе, я такие еще не видела в Англии автобусы. В основном красный, но как в Лондоне, и синий автобус. А тут вот даже такой наполовину желтый, наполовину зеленый. Вот. Ну, давайте вместе с вами поближе подойдем и рассмотрим это красивое здание. Ой, как мне нравятся старинные здания. Очень красивые. Да, это какой-то маленький замок. Какой-то здесь жил принц, наверное, английский, может быть. Или как мне в одном из комментариев, может быть, в этом замке Робин Гуд жил, да? Написал один мужчина. Привет тому, кто написал этот комментарий. Ну, кто его знает? Вот такой замок. Сейчас давайте тоже войдем. Вот ворота какие красивые. О, такое ощущение, как будто попал я в какую-то рыцарскую эпоху. Есть такие небольшие замки, которые, ну, они неизвестные, но все равно они очень интересные. Вот так зайти, посмотреть. А здесь какой-то парк. Давайте вместе посмотрим. Ой, так здесь хорошо, тенечек. А, приват, все, это... Территория приватная. Получается, сюда нельзя заходить. Ага, хорошо, поэтому не будем с вами заходить дальше. Просто посмотрим вот так вот вокруг. На зелень. Сегодня очень теплая погода. Градусов 24, но на солнце еще больше. И вот в таком парке погулять в прекрасном, это просто замечательно. Вот смотрите, такие ворота, если я подальше встану. Очень красивые. И вот такая башенка. У меня сразу такой ассоциации, такой вот, как раньше, ну, смотрели какие-то старинные фильмы, да? И там королева английская, король, принцесса. И стоят вот на этой башенке. Здорово. Очень красивый. Замок маленький, но очень приятный. Спасибо, мои дорогие. Спасибо вам, что вы со мной, что вы на моем канале, что вы меня поддерживаете. Буду и дальше для вас снимать Англию. Ну, не только Англию, мою жизнь, а жизни в Англии. Если куда-нибудь поедем, о каких-то путешествиях моих, обо всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мои дорогие зрители. До новых встреч!